Не надо, не надо. Ты прям за жопу схватила меня. Выкуси. На переработку тебя. Я тебя уничтожу. Фига, мы едем быстро. Ой, ох, ты ж моё, перевернулся поезд, блин, у нас авария. Привет! Мы продолжаем проходить Poppy Playtime вторую главу. И сегодня мы уже близки к финалу, возможно, даже его увидим. Будем сражаться с мамочкой и посмотрим, что она для нас приготовила и выпустит ли она нас с этой фабрики. В общем, будет реально круто, жутко и страшно, поэтому скорее поддержи меня своим лайком, мне это очень важно. А сейчас погнали играть, это канал FNAFPLAY, а я Golden Freddy, начинаем! Всё! Блин, как же это оказалось намного проще, чем я думал! Но у нас по-прежнему нет зеленой кассеты, где она? Точнее, красная. Где вообще хоть какая-нибудь кассета? Что за подстава? Я, кстати, чуть в яму сейчас не упал. Но вот видишь, я говорю, долго играть в эту игру не получается. Ты хотя бы делать паузы при прохождении, чтобы мозг продолжал работать, потому что я сейчас тупил очень долго с этой загадкой на самом деле. Хотя она оказалась довольно простой. Но это хорошо. Так, я что открыл? А, вот что я открыл. Все-таки мы в эту комнату попадаем. И это очень хорошо, потому что... А-а-а, мы туда не попадем! Мне дали фонарь. А, ну у меня и был фонарь, кстати. Если что. Крепота началась? Я так понял, что... Началась. В смысле? Ты что? Ты... Какой читер? Я не читер! Выпусти меня. Нет. Нет, 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 мать, не надо, мать. Не надо! Мне хана. Не надо, откройте, пожалуйста. А, кто здесь спрятался, тут не... я не виновата, да? Окей, я погнал, я погнал. Да-да, пока, 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 пока. Я ливаю нафиг скатки, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я спрятаться надо, что ли? Где? Где мне нахрен прятаться? Мне хана. Я не спрячусь, тут нет места для пряталок. Я в дерьме, да, я в дерьме? Я в дерьме. Я в дерьме. Я куда-то иду. Я не знаю, куда, но я куда-то иду. Это что? Сейчас с дырки вылезет она. Открой! А, это я в дырку попал. Не надо! Спокойно. Не надо меня искать. Я свалю от нее. Это что? Это как погоня от Хаги-Ваги. То же самое, только мамка меня не преследует. Она тупая. Вот она. Вот и все. Я выиграл. Мне кажется, сейчас финал, что ли, будет так быстро? Да ну, мы даже на поезде не покатались. Нечестно. Я правильно иду? Я чисто на рандоме пошел налево. Я неправильно пошел, да? Дурак. Опа. Че, мать, пока, я поехал. Пиши письма. Так, мы ее сделали. Слушай, ну она... Стой. А, взял мамку, подожди. Дай посмотрим. Мамка золотая, да? Мамка золотая, да? О, золотая мамка. Офигеть, клево. Ты видал, как я на последний момент забаговал игру и схватил? Опять все умерли. Так, она что, пройдет здесь или что? Это выход? Это выход, кстати, наконец. Что, не работает? Серьезно? Меня опять заскамили. Ой, какой классный плакат, смотри. Мать-то какая классная, я не могу. Опа, дверь. Это очень подозрительная дверь. Так, а что сейчас не так? Вроде все нормально. Но это явно похоже на финальный побег прям. Неужели игра сейчас закончится? Ё-моё. Не понял сейчас прикол. Так, мне надо угадать провода. Ну смотри, желтый сначала идет явно. Смотри. Знаешь почему? Потому что потом идет красный. Потом идет красный. Алло. Ага. Потом смотри, потом идет синий. И потом зеленый. Легчайшая загадка абсолютно. В смысле, чё? А ты-то чё? Ну-ка, вниз. Ладно, пойду наверх, посмотрю, что там за фигня. Ах, ты же дерьмо! А мне надо быстро, да, это сейчас сделать? Всё. Один красный. Куда он идет? А два синий. А, красный, синий, я понял. Зеленый, желтый. А. Так, еще раз. Красный. Синий.
зеленый. Но за мной никто не гонится, я так понимаю, да? Вообще насрать, желтый. Самая легкая загадка, почему она в финале, я не понимаю. Это же простейшая загадка, ну изи же, ну. Ничего сложного. Так, что-то мне не нравится эти помещения, какие-то они... Охренеть, здрасте, приплыли! А вот и началось, вот и началось, не надо, пожалуйста. Ты же понимаешь, что ты не пролезешь здесь? В смысле? А я знал, что надо наверх! А я знал! Ну, скример, скример, это было страшно. Не, на самом деле, с Хаги было пострашнее. Она не такая страшная, она больше милая. Даже ее большие глаза похожи на глаза, как у кота из Шрека, ну, серьезно. Она не кажется мне страшной. Вот напиши тебе, тебя она напугала? Меня больше напугал заяц зубастый. Вот заяц реально был криповый. Мамка не особо страшная. Но я так понимаю, что если я поднимусь наверх, я от нее сбегу, правильно? Но она прикольно за мной гонится. Давайте посмотрим даже еще раз. Смотри, как она ползет. Ты побежал. Ля спидран. Спидран от мамки. Давай, беги. Блин, она кривая такая вся. Ну в смысле? Почему она меня опять убила-то? Я же убежал. Мы почти там. Ну почти, почти не считается. Получается, дверь... закрыта паутиной. Она ее заплела паутиной. И порвать я, блин, ее не могу. Паутина из стали, конечно. Ну, закрыть ее вряд ли получится, потому что механизм, я думаю, что он не ломается. То есть, единственный вариант, ну, выйти из двери я не могу, правильно? Не, как бы могу, но она не открывается. И либо я тупой, и что я? Я попытаюсь еще раз так. Просто я медленно от нее убегал. Сейчас попробую спидранить жестко, прям очень быстро. Так, мамка, давай. Вот кто это здесь положил? А, ну я сейчас запнусь и. Давай, поехали. До свидания. Даже смотри в твои бесстыжие шрековско-котовские глаза я не собираюсь. Всё. Смотри еще раз. Пока! Смотри, она сейчас бежит подо мной, смотри. Тупая! В смысле? Я же видел, как она ушла. Я поэтому и спрыгнул. Вот это ладно, это было страшно. Это было страшно. Наверное, надо было дождаться, когда она полностью все затихнет. Вот здесь подходит мем. Испугались? Обосрался. Вот я точно обосрался. Если ты тоже обосрался, ставь лайк, потому что, ну, такого я не ожидал. Я был уверен, что она просто убежала, и все, и оставила меня в покое. И, типа, я думал, надо обратно сюда же бежать, чтобы пройти вперед. Скорее всего, там будет. Так, мать неадекватная вообще, абсолютно. Нет. Так, все, пока. Я буду сидеть до скончания веков. Все, отстань. Следующий я не буду. Она убежала. Она сделала круг. Так, я подожду. Я не тороплюсь. Ни разу. Мне тут удобно, все затихло, да? Можно спуститься? Ну смотри, явно мне не сюда. Тут теперь паутина, видишь? Тут все закрыто. Ладно, она тупая, она меня не заметила. То есть она пробежала по кругу этой комнаты. Я думал, она вышла из этой комнаты. А не тут-то было. Офигеть, она, конечно, криповая. А, да? Опять секретная дверь, да? Ну, по-любому надо будет ее взломать. Главное, запомнить, где сидит. Чё-то мне эта фабрика уже не нравится, если честно. Твою жопу. Мама говорит, осторожно, огонь. Мама права. Огонь, осторожно. Пожалуйста, что-то там сделайте. Не работает, походу, оборудование. Там яма, да? Ну, лучше не ходить по этим доскам. Мы ее что, сожжем? Да ладно! Или это прикол какой-то? Подожди, я не сдох. Меня сейчас... Может, она меня закроет? Я на меня сожжет точно. Здесь сейчас что-то будет, да, я так понимаю? Он прям вулкан какой-то. Крепота. Шестерё... Ага. Я так понимаю, мы сможем починить вот эту штуку, правильно?
Так я... Алло, я ж уже взял шестеренку, ты что, дурак? Ну смотри еще раз, вот она. Шестеренка. В чем проблема? Она что, вставляется? Вставь все. Ты дурак? Я был уверен, что шестеренка отсюда. Ну ладно. Вставим ее в другое место. Если найдем другое место, куда ее вставить, конечно же. Это что такое? Вот откуда шестеренка. Я почему-то думал, что оттуда. Ну ладно, допустим. Шестеренку мы вставили. Что дальше? Электричество куда подключить надо? А, вот сюда. А, ну все туда. Ну я выиграл. Пошло. Так. Я же, ну... Я зря сюда зашел сейчас, да? Я дурак? Я закрою себя. А чё тут тепло, хорошо, мне нравится. Подожди, куда? А. Ага. А, тут было, безопасно относительно. Я думал, мамку надо сжечь, а ее не надо сжечь. О, кто же знал-то? Мы сделали еще одну шестеренку отсюда теперь. Очень интересное оборудование, конечно, у вас тут по изготовлению шестеренок. Не, ну если она выбежит отсюда, я не удивлюсь. И куда бежать, я не знаю, но пошли. Явно мы идем в какие-то стрёмные подвалы. Ясно, я не удивлен. Рискни здоровьем, дура! Давай, сюда иди. Я закрою. Я тут все. Мне тепло, хорошо, у меня котлеты с пюрешки, все. Тупо держим дверь. Тупо держим дверь, не даем ей зайти. Это гениальный план. По-моему, я гений. Ты посмотри, что я сделал. Это гениально. Она меня хотела убить, а я спрятался в печи. Чтобы... Алло. Чтобы сожрать там калачи. Гениально. Так, ну я явно ее перехитрил. Она побоялась огня, и, собственно, вот и мы... Вот мы и сбежали. Так, ладно. Две погони уже позади. Что будет дальше? Все в паутине. Она тут заплела, конечно, паутину. Я офигею вообще. У меня тут гнездо, походу, какое-то. Летит твою жопу! Ну, конечно! Ну, естественно. Это что еще за дичь? А, да? А, да? А, да? Вот это сейчас внизу... Она бежит и горит. Она что? Куда? Куда? Вниз? Я понял. Вниз, я понял. Вниз куда? Бежи, дурак, беги куда-нибудь. Не надо, не надо. Ты прям за жопу схватил меня. Нет. Почему ты так медленно поднимаешься на обед? Ты мне можешь объяснить? Я бежал идеально. Это был идеальный спидран. Вся проблема в том, что он не может быстро зацепиться своей корявой рукой и попасть наверх. Понимаешь? Проходим без смертей абсолютно, вообще ни разу не умираем. Потому что зачем? Мне кажется, знаешь, чего не хватает в этой погоне? В этой погоне 100% не хватает твоих лайков и комментариев поддержки, чтобы я затащил и прошел тот момент без проблем. Вот, если бы были лайки и комменты, я бы уже давно это прошел. Вот веришь? Нет? Ну попробую даже сейчас. Попробуй поставить лайк, и давай проверим, пройду я этот момент или нет. Давайте, вот просто сейчас. Просто не ори, мамка, не ори, там лайки ставятся, успокойся. Видишь, сразу с первого раза прошел, я же тебе говорил, все дело в лайках, ну, ребят, вот вы мне не верите, а я вам говорю. Фу, сразу прошел. Как только вы поставили лайки, ребят, я миллион тысяч попыток испробовал, серьезно, миллион тысяч попыток. Это было очень долго. Я половину вообще вырезал, чтобы вам не смотреть мои фейлы. Но, опять же, как только я сказал поставить лайки, вы это поставили, написали комменты, и все, и сразу я прошел. Сразу я прошел, здорово, мать. Фига у тебя купальник модный, конечно. Нет! Нет! Не... Откройте, пожалуйста, дверь. Она неадекватная. А можно быстрее?
Быстрее, блин! Я бегу куда-нибудь. Охренеть! Я не успел. Ха! Выкуси! На переработку тебя! Я тебя уничтожу! Офигеть, я засасываю эту дробилку! Мы ее убили! А, кровь! Капец, блин, жалко! Ай, мамка. Это что? Это нахрен что? Нет, нет, нет. Это монстр похуже мамки? Это явно не батя. Это вообще что сейчас было? Это Фредди Крюгер на максималках был! А знаете, что самое прикольное? Мы же можем взломать игру и посмотреть на его лицо. Офигеть! Ребят, быстрее ставьте 1 000 000 лайков, чтобы поскорее я сделал взлом этой игры. Слушайте, ну мы ее убили, я не ожидал. Я не ожидал, что мы ее уничтожим вообще, в принципе. Я думал, мы от нее бежим. Хаги-то мы скинули, он остался жив, но вот, ну, после такого не живут явно. У нее жопа сломалась как бы полностью. Это было жестко, ребят. Это вот это было реально внезапно и жестко. Это круто, это 1 000 000 лайков. Вообще не ожидал, что так будет. Я так понимаю, мы близимся к финалу или еще нет? Так, это что? Это приколюха какая-то? Тут что не работает? Какие-то вентили. Но я так понимаю, это финал. Или нет? Ну подожди, но если мамку убили, значит финал. Ладно, идем наверх. Слушай, ну мы уже увидели руку с монстра из следующей главы, я так понимаю. Не, он явно будет максимально жуткий. Немного паркура. Офигеть, вот она мамка. Еще и без головы. Ладно, еще одна дверь. О, черная кассета. Да, это финал, ребята. В финале всегда дается черная кассета. Давайте посмотрим на нее. Что нам покажут? Это он. Это. Офигеть, это его рука. 0006. Офигеть, это прототип. And utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Короче, он какой-то жесткий. Он какой-то жесткий. И что будет дальше? Просто мы потеряли Поппи. Мы потеряли мамку. Мы увидели монстра. Что будет дальше? О, мы выбрались, кстати. Я догадываюсь, где мы. Поезд. Подожди, а нам билет-то не дали? А, прикол. Мамка же, ну, за прохождение игры, в которой мы не читерили, потому что там все сломано, должна была нам дать код. От поезда. И она мне его не дала. И как мы поедем тогда? Ну, а подожди, у меня есть зеленая рука, я могу поехать, чё я? Сейчас поеду и все. Вау! Ты здесь? Дай мне код. Отдай код, говорю! Спасибо. А можете собрать полностью? 1, 3, 2, 4. Ага. Ну, убил, пришлось. Good. Хорошо? Надо на поезд и уходить. Да без проблем. Чё, уже можно? Подожди, а это что такое? Куча бумажек, очень много бумажек всяких, кстати, нам дают. Тут явно какое-то интересное описание чего-то. Добавьте окна. В здании нет окон, как в пиццерии ФНАФа прям. Так, я активирую эту штуку на всякий. Я не знаю, что это за фигня, но я что-то активировал. Или нет. Непонятно, короче. Пойдем вперед. Мы сейчас будем скатываться с горки. Блин, реально детсад во ФНАФе. Я офигею, смотри. Поехали. Я поехал? О, я уже спустился. Я уже скатился. Цветочек любит собачку. Класс. Они, кстати, друганы. А мы цветочки-то так и не увидели. Это как вообще? Его в трейлере он был, а здесь его нет. Непорядок. Чё за подстава такая?
Так, ну я поехал, да? Вроде доступ есть. Ага. Нажми Tab, чтобы посмотреть код поезда. Не, я знаю код поезда. Один... Охренеть. Ага. Так, собака Хаги, кот дура. Собака. Друзья, как уметь-то? Алло. Это... А как? Итак, еще раз. Один, три, два, четыре. Я нажимал на нее еще раз, а не срабатывало. Все, мы разгадали загадку. Поехали. А что, поехали, говорю? Оно едет? Так, ну мы поехали. Ладно, поезд заработал, отлично. В окно я выйти не могу. Будем смотреть. Так, ну паровозик тыр-тыр-тыр. Едем делать много дыр. Мне интересно, куда мы в итоге приедем на этом паровозике. Блин, ну совсем, на самом деле вы заметили, что то, что мы видели во взломанных файлах, оно все полностью отличается. Так, у нас дорога прямо там мигает, стрелочка вон. И куда мы приедем, интересно? Ладно, не отвлекаемся, смотрим прямо, потому что вдруг какой-нибудь скримак сейчас. Мне было страшно, когда меня положили в этот кейс. Ты, говорит, идеальный. Слишком идеальный, чтобы проиграть. Извини. Я не могу тебе позволить уйти. Я никогда не видела подобных тебе. Знаешь, как долго я была в этом кейсе? Слишком долго. У меня было много времени, чтобы подумать. И выяснить, что я буду делать на свободе. Кошмарные вещи произошли. Я знаю, что ты должен был сделать. Ты особенный. Что? Что произошло? Так. Я что-то не понял. Короче, она поменяла стрелки, и я вместо того, чтобы выехать наружу, поехал куда-то в другое место. И она заткнулась внезапно. Так, поезд что-то жестко разгоняется. Мне кажется, это не к добру. Мы что, разобьемся? Я что, в ад еду? Я не понял, алло! Мы так не договаривались, слышь ты, кукла? Она все-таки злая, я понял. И все-таки она злая. Что, нажать что-то надо? Пока не понял. Что сделать надо? Тормозить. Я торможу! Не работает. Может, вот этот тормоз? Я торможу! Получилось. Получилось, работает. Ой-ой-ой-ой-ой! Фига мы едем быстро. Ой-ё, ты ж моё, перевернулся поезд! Блин, у нас авария! Да. Только не говорите, что это конец. Это не конец. Вау. Там что, детский сад опять какой-то? Это реально конец. Блин, поезд перевернулся, и на этом игра закончилась. Офигеть! Ребят, офигеть. Слушайте, ну просто, просто нет слов. Офигенная игра. Она намного интереснее, намного проработаннее, намного лучше и страшнее первой части. На самом деле, добавилось много всего интересного, добавились коллекционные предметы, добавились новые загадки, новую руку, естественно, добавили больше разнообразия монстров, мы с вами увидели много кого, почему-то не было динозавра, но был только его статуя. Много еще монстров нас ждет впереди, мы, кстати, завалили мамку и увидели руку какого-то страшного нового монстра, который, скорее всего, появится в следующей главе, но обязательно взломав игру, мы сможем... Возможно, его там полностью уже сделали, и сможем на него посмотреть поближе. Это будет очень круто. Поэтому сделаем это сразу же после прохождения. Поэтому, если вы хотите поскорее увидеть взлом этой игры, то ставьте побольше лайков, друзья. Игра офигительная.
Самое крутое, что мы, я так понимаю, с третьей главы начнем именно с этого же поезда, потому что когда у нас началась вторая глава, мы начали там же, где мы закончили первую главу. Блин, я думаю, что третья глава уже в разработке, и она выйдет, я думаю, ну, либо в начале следующего года, либо в конце этого года, поэтому будем, друзья, ждать. Ну а на этом будем заканчивать. Игра реально крутая, мне очень понравилась. Ну что ж, друзья, вот и прошли мы вторую главу Poppy Playtime. Это было реально круто, не зря мы столько ждали, потому что в игре очень много крутого контента, много классных локаций и много закрытых дверей, а также секретов, которые мы с вами будем раскрывать во время взлома этой игры. Поэтому, чтобы взлом поскорее вышел, ставь лайки, как можно больше лайков, и пиши в комментах, что ты хочешь видеть во взломах, какие двери открыть, куда сходить, что посмотреть, и, конечно же, что можно сделать во взломе. В общем-то, увидимся в следующих сериях с тобой по этой игре. Всем удачи, друзья, ставьте лайки и всем пока!